Ты мне сформулируешь задачу или что тебя беспокоит конкретно вот в данный момент сейчас? Ну, на данный момент некомфортное состояние начиная от левой стопы, ну, заканчивая... То есть пока, где пока? Левая стопа, да? Да, левая стопа. Большого пальца, угу. Больше переходящий по идеальной стороне и заканчивая, наверное, лопатка, даже выше, верхним краем трапеции видно. Как бы эта цепь, такое ощущение скованности. И некомфортное ощущение в районе, ну, промежности, скажем так. Можно подозревать, ну, какой-то дисфункции предстательной железы. Это появилось сейчас или это было вот уже длительное время? Ощущение выражения малого таза, какое-то, ну, более длительное время, пару недель, в районе малого таза. Ну, и периодически оно возникает, время от времени, периодически, там, проеду, допустим, в пробке, час мучения или два часа мучения, такое ощущение некомфортности в районе малого таза. А нога? И нога тоже устает, именно левая, ну, наверное, за счет работы, ну, сцепления. Ну, нога же на газу тоже стоит. Ну, да. Ну, на данный момент, когда я стоял, снимал, такое ощущение небольшого прострела в районе... Ости полдошника. Ну, тут поднимись, поднимись. В районе. Давай, курточку можем снять? Да. Давай, показывай. Вот, ости заканчивается. Отсюда сюда? Вот в этом было острый спазм. И завелось под лопаткой вот до верхнего края. Хорошо, давай попробуем, присаживайся на столик. Куда тебе удобно ногами? Сюда, сюда? Давай, ноги сюда. Чуть-чуть ближе. Нормально сидит? А вот как для тебя удобно будет сидеть? Не заваливаешься если? А? Не важно. Вот если ты попробуешь здесь сделать спинку поровнее. Не напряженно, а вот тебя будет заваливать с прямыми ногами? Ну, ощущение левая нога, включая эпицентр колена, тонус. Именно тонус какой-то, не болевые ощущения, но тонус и видно, по визуально видно, что левая нога в эпицентре колена, как бы в тонусе. И по проекции с этой стороны покажу. Вот бедра боковой проекции. Тоже идет тонус. Ну, включая, опять-таки, тут широкая связка бедра, да, получается простата. Натяжитель широкой фасции? Да, вот он широкий. Тут задействованная простата, где задействуется, как выше, половая. Ну, вот,
Вот. А в чем, вот, какие ощущения у тебя? Оно просто тянет. Именно сейчас. Зажатость. Да, зажатость. Притом, вот на данный момент, когда я на стол сел и убрал нагрузку с ноги на сгибатель пальцев, облегчение произошло. Когда стою на полу, то есть идет некомфортное такое ощущение зажатости. Давай мы попробуем сделать следующее. Вот ты пытаешься сесть с отстроенной какой-то спиной, да? Есть, не напряженной. Ну, вот так. Ну хорошо, будет у тебя так комфортно. Да? Теперь мы пробуем сделать следующее. Ты уходишь, вот смотри, вот у тебя кладешь пальчики на ПВПО, передние и верхние подвздошные ости. Вот. А, да? Да. Ну, указательные, средние, какие тебе удобно. Вот, да? Комфортно, да. Вот средние на ПВПО. А большие пытаются дотянуться до задних верхних подвздошных костей. Ну, где-то. Да. Прощупал? Не совсем. Ну, не совсем, допустим, смотри. А теперь пробуй чуть-чуть и поработать тазом. То есть вот ты как бы руками, ты взял кастрюльку, котелок, и движение раз туда, раз сюда. Попробуй. Чтобы ощутить степень движения у тебя в тазу. Свобода. Ну, да, свободно. Можешь, допустим, чуть-чуть согни ноги, чтобы ты почувствовал. У тебя там будет какой-то запас, ты почувствуешь. Есть тут? Нет. Ну, на данный момент, я поставил руки, да, у меня таз, ну, не напрягая руки, пошел вот назад. А теперь вот руками как бы можешь таз подать вперед-назад? Вперед труднее и некомфортно, когда я подаю таз руками вперед. Сугубо механические ощущения некомфортности, когда я руками делаю вот это движение, подаю таз назад, то мне более комфортно. А ты делаешь от рук или от живота? Вот давай ты двигай. Ты это движение сделай вот отсюда. То есть вот твои руки двигаются от области. Да, руки абсолютно расслаблены. Да, вот у тебя инициатором этого движения является вот это. Раз и рук. То есть движение руки, оно идет от живота и пошли руки. Потом собирание от живота пошли руки. То есть движение таза может быть минимальное вообще. Так, понял, да, минимальное. Ну да, вот как перцептивное такое движение. Можешь согласовать, допустим. Растекание и напряжение. Ну, визуально, да. Вот где-то среди ягодичные, вот в этом месте очень большое напряжение. Это напряжение, когда ты двигаешь вперед? Когда я назад, когда я хочу двигать. Некомфортное ощущение. Когда я начал двигать вперед, опять-таки от живота. Хорошо, паховые связки пошли напряжение, когда начали. Давай тогда ты прилег. В эту сторону. Так. Ну да, вот смотри, только смотри, как мы укладываемся. Мы укладываемся не просто вкладываем. Вот. Ты пытаешься, вот поставил руки, допустим, на таз, да? И пробуешь опуститься на локти. Стоп, на локти. Симметрично. Сделай движение плеч вперед. Плечи вперед, вверх к ушам, не резко, сделаем максимально мягко. Раз,
плечи к ушам. Плечи к ушам, а спина, шея тут ни при чем. Твоя шея ни при чем к твоим плечам. Понял? Mm-hmm. Еще раз, расслабь плечи. Вот твоя шея. Мы двигаем плечи вперед. Не локти, а плечи. Плечи. Теперь вверх к ушам. К ушам. Хорошо. Теперь назад сводим лопаточки. Назад. Раз. Раз. Два. И пробуем локти. Вот здесь вот. Теперь ладошки разворачиваю. Ставим под ягодички. Под ягодички. И пробуешь мягко. Можешь согнуть ноги, если тебе тяжело. Опуститься на локти симметрично. Хорошо. Стоп. Выпрямляй ноги. Выпрямляй ноги. Придерживаешь таз руками. И теперь пробуешь мягко расстелить себя последовательно. Снизу доверху. Расстилаешь. Локти чуть-чуть разведи. Разводи локти, чтобы тебе было куда ложиться. Ты придерживаешь таз. Таз как бы толкаешь туда вниз. А вот эту область всю раскрываешь и расстилаешь. Поясницу. Копчик чуть-чуть вверх подай. Подай копчик вверх. Таз вот как бы разверни. Вот. Даже колени могут чуть согнуться. Подавай таз. Нет, не подняться, а согнуться. Вот ты движение даешь на твой таз, но твои как бы ноги чуть-чуть поднимаются. Расстилай спину. Таз вверх поднимай. Да, 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 да. А вон туда вот так. Поясницу пытаешься положить. Прижимаешь поясницу, стоп. Теперь почки. Почки. И вытягивай лопатки. Все, лег. Опускай руку, плечи. Расслабь плечи. Хорошо. Комфортно ли? Комфортно? Ну, я комфортно, да. Ну, вот такое ощущение. Тяжести. Поясницы. Хорошо. Давай еще посмотрим по ногам. Как тебе комфортно будет лежать, да? Так удобно лежать? Так удобно, да. Растекание левой ноги, да, каудальное. А держит правая нога? Держит правая. Правая нога держит тебя, я не делаю. Да, а держит правая, левая. Теперь наоборот, правая. Ну, теперь вот сюда держи. Правая вниз пошла, да. Вот где-то дислоцируется вот в этой области. То есть что пошло? Таз у тебя пошел вот так. Вот так таз пошел. А ребра у тебя пошли вот так. Он за печенью может туда даже. То есть оно куда-то вот, вот допустим, вот руки положил, вот движение. Вот сюда вот, ребра положил, вот они пошли. То есть опять сюда ребро. То есть вот область дислокации. Да. Поехала. Хотя все время левая сторона у меня была более... Болезненная? Ну, так может быть оно и как бы отражается, идет туда. То есть область где-то печени. Да? Ну, давай мы попробуем такой способ работы с печенью. Юра, помнишь, Борис говорил, что это, да? Когда у меня левая, она говорит, нет, это печень. Ну, давай, расслабляем живот поднялся, и да, тебе как бы захотелось задержать дыхалку.
Ну, теперь ищем. Кстати, как точно. В левом плече был импульс. И вот оно застряло. В правом был импульс. И куда-то вот грудопоясничное. Ну, просто работает там. Холодно стало? Да, да. Начало морозить? Да. Нормально было? Да, конечно. А как? Просто и как знобить стало? По нарастающей, да, как-то начало, да. Угу. Раз какой-то. Так было тепло потом. Угу. Живот пошел. Да, подтянутый как бы низ живота. Он подтянулся вверх. Такое ощущение. В районе костей подушных костей. Тебе захотелось чуть-чуть уйти левым плечом вперед, а правым назад, да? Ну, позволяй телу, если тебе пошло, значит пошло. Ну, левая нога опять-таки начала движение. Стандартное, ну, для удобно. Меня, да. То есть ты позволяй своему телу делать то, что оно как, да, куда, да, оно ведет. Ты не запрещайся. Да, да, да. Все, здесь он сработал. Чрезмерная ротация. Поехали. Ну, пульс вот здесь возник. Даже через рубашку чувствуется. Пульсация какая-то. И начал ее втягивать. Все, провалился туда. Ну, где дуга аорты приблизительно. Оттягивание вверх правой ноги от колена и выше. Ну, тогда втягивает туда где-то. Да, теперь также вниз ушла. То есть она свое отработала? Да, и вот такое движение. Да, вот туда вот подкнулась. Вверх, вниз начала нога. И левая подключила.
Ниже челюстной сустав где-то. Запросил выхода. Ну да, теперь левый. Был выход. Хорошо. С левой стороны более полезно. Какие-то ощущения. Так, сейчас салфеточку возьмем, подожди. Заснуть захотелось. Ну, если хочется закрыть глаза, закрой. Такое ощущение, когда вот дома испытываю прохладу. Вот только в одном месте, вот от колена и до вот в этой части бедра. Так. Прямой как бы, ну еще плаваешь выше бедра. С одной, с другой стороны все другое тело. Угу. Оно не ощущает прохлады. Угу. На это место кладу второе одеяло, угу. Потом только как бы тепло, комфортно. Угу. Хотя грудная клетка, там, ну, и ноги в какой-то степени меньше, ну, могут быть открыты. Угу. Ну, прохладно только вот в этом месте. Угу. От колена и... Ну, область вот этой четырехголовой мышцы бедра, она всегда охлаждается больше всего. У нее теплоизлучающие свойства максимальные. Вот если человек пребывает в воде, делали эксперименты, ну, если он раздетый, какая часть тела больше всего теряет энергии? Большая часть энергии теряется область четырехглавой мышцы бедра от колена, так как ты показал, то есть излучается. Почему? Вполне естественно, да? Вот у подводников, допустим, делали эти эксперименты, те, кто долго плавает, вот именно эта область максимально охлаждается. Просто вот этим... прибором, который измеряет дистанционно температуру, вот если на человека навести, знаешь, вот этот,
Пирометр он называется, прибор. То есть вот такой приборчик, там лазерная такая точечка, и вот наводится на часть тела, и вот человек вылез из воды, да, допустим, наводится на все части, на максимально холодные. Это бедра, передняя сторона бедра. Меня интересует, вот какие твои ощущения, что-то в голове происходило, когда салфетка. Да, салфетка. Что ты чувствовал? Как ты вот сейчас вот посмотри на потолок, зрение как? Ну просто ну, изначально не было задача поставлена, может быть, не к чему привязаться. Да. Внимание, да, нет. Но сейчас такое ощущение, что вот в левую. Ты направо ставил салфетку, да. Но да, ощущение такого легкого спазма, если можно было вот в этом месте, ненадолго произошло. Угу. А зрение как ты можешь сказать? Это улучшилось, ухудшилось, четкость, контраст, я имею в виду, ну, исходя вот из рисунка на потолке или окружающих людей. Ну, кардинально, ну, может, да, ну, нормально. Не могу так. Как надо? Давай сейчас ты попробуешь подняться и посмотреть, как у тебя ноги. Ну, левую сторону. Но легче стало или нет? Вот ты контрольно, ты сидел, допустим, сейчас. А со спиной легче. С ногой, ну, собрать 100%, напряжение, ну, процентов 10 только стало легче. На 10% стало легче, не на 90, а на 10. Ну, было на 100%, на 10% стало легче, но все равно даже видно, что попробую пропальпировать, если я полностью расслабился. Это нога, она вот напряжена с эпицентром вот, вот в этом месте, в колени. И по широкой связке, да, шло. Это нормально. Давай еще раз пройдем. Ну, кстати, сидя, можешь сидя. Когда я упор сделал упор, ну, становится легче ощущение. Все равно еще левая идет. Левая пошла, правая тормозит. А я теперь слушаю. Левая идет, левая. Туда тянет вниз. Остановка произошла, и теперь вверх потянула. И подключение правое пошло теперь вниз. Хорошо, а теперь вот когда ощущение сядет? Тяга уменьшилась? Уменьшилась. Теперь 100%, ну, было 90, вернее было 10, как я говорю, но теперь на 30% произошло примерно улучшение расслабления, да, 100% как бы. Притом эпицентр с колена ушел, а появился в верхней трети бедра. Они идут рука к руке, вот мои ощущения, что сейчас. Так они идут рука к руке, на сближение. Большая берцовая кость тянет где-то в середине. Расширение, да? Расширение, расширение. Как это вроде как бы первое, да, по-моему?
сутки стороны. Ну, надо еще пробовать. Да. Ну, а если само ощущение тяжести, то там падает. Пациенту на 50 лучше стало. Опять-таки пациент с колена ушел, спустился где-то, ну, вот, вот этот тренинг. Может даже ближе пахало. Пошло вверх, и импульс вот именно в этой точке, когда ты поставил, и импульс от колена по вот этому краю больше берцов. По латеральному? Да, латеральному, именно по латеральному краю больше берцов, и вот сюда как на растяжение. А теперь отпустился. Все выкинуло. Обратно колено идут вверх, вверх. Ну, и я ж вхожу туда. Да. Остановка. Ну, пошел выдох, смотри, какой выдох. Там идеально пошло растекание и внутреннюю сторону. Вверх. Тестирую. Да, ушла тяжесть. Даже по ощущениям, что левая сторона стала лучше, чем правая. Теперь его перекосило в другую сторону. Нет, правая не поделительная. Ну, вот, толкнули в одну сторону, толкнули в другую, что... Ну, и эпицентр перешел где-то в паховую зону, Скорее всего, может, даже вот эта портняжная, да, которая пересекает, ну, тут трудно что-то сказать, пропальпировать. Ну, вот... Вот примерно, вот она, да, вот. Ощущение даже. Так, вот. Хорошо, ладно. Это у тебя там чувствуется, а мы смотрим вот здесь. Центр. Укладываешься на живот. Так. Да. Как тебе удобно? Да, укрыть. Что, знобит? Да. Или одеть можно. Как хочешь. Просто мы ее сняли, потому что ты когда показывал, у тебя так как платье такое там не было видно, куда ты. Нет, ну еще. Ну, если холодно, как хочешь, одевай. Да, накрыть. Потом это надо будет снять, потому снимем, что да. Эпицентр с правой стороны. Хорошо, давай тебя прикроем. Левая сторона. Втягивание такое обильное происходит креста в голову. Пока еще идет. Правая нога. Отпустила.
область паховой связки с левой стороны как-то начала подтягивать. Вот. Самопроизвольно левая нога. Ну та, которая и у тебя. Движение начало. Снимать левую ногу. Остановка произошла. Что, отпустила? Ну да. Вот так, где-то тянет. Расслабился таз? Паховое дно. Тазовое дно. Я думаю. Паховое связка. Ну, тазовое дно. Да, но некомфортное ощущение все-таки вот в этом месте. Понятно. Они болезненные. Угу. И вот теперь оно начало именно правую ногу проявилось. Вверх, да, паховая связка левая начала сжиматься. Вот она. Вот она пошла, откатала. Теперь смотрим. Левая нога вверх идет. Вот здесь вот сейчас отработали глубокие мышцы. Такое легкое, такое движение. Вот тут только что было ощущение, когда слева дошел, такое, как надавили чем-то очень таким. Глубокое проникновение было слева. Он немножко ушел. Ходил там где-то 4 дня, неделя, а потом сразу начало как-то возвращать. Пошло тепло обильно. Куда? Ну вот, вот левая лопатка. От рук. От рук. Руку убираешь, уходит тепло. Ну понятно, если меняться не будешь, он тебе какое-то время тебе. Минимум идти. Хорошо, теперь смотри, что ты делаешь. Поднимаешь голову, руки переводишь сюда. Берешь подбородочек пальчиками. Вот, сложи его. Ну вот так ложишь. Пальчики вот сюда. Раздвинь руки и ложись. Локти раздвигай, ложись. Подбородочек. Держи. Ну, интересно, да? Да. Я наберу просто. Как она работает? Тепло под рукой. Сейчас вот меня спросит, какие там были проблемы. Так не было. Хотя я вот чисто на интеллектуальном уровне, то есть на уровне левого уже я могу перечислить, что было. А на уровне ощущений я их, ну, их нет. Что там? Там страх нашли. Что у нас там? Нет, он за шоковый барьер. Так,
особо. Иначе. Особо ничего. Ну теперь комфортно, ложи голову, как тебе комфортно. Ну так комфортно? Да. И вот это уже длится, я не знаю, сколько месяцев. Некоторые моменты могут отрабатываться. И не было никогда. Я вот поехал, узнал, там, сделал себе. Оно начало крутиться с февраля месяца, пальцы крутятся сами. Ну, тут есть там ласка с рукой. Она как сюда одно. Ну, так может перестроить. Если вот я сейчас возьму крутилку, а может из этого кайфа? Ну, да, ну кому-то может быть понравится еще. Я не в этом плане, я имею в виду твое восприятие. То есть если я не пришла мимо. Ну все, теперь догоняешься. А потом вот это после действия, у меня есть ощущение, что как ты его стираешь. То есть, вот как ты себя поставишь? Нормально. Ну, есть и есть.